Спешите отправить письмо Деду Морозу. Во всех отделениях Почты России и на почтамте областного центра установлены волшебные ящики, которые принимают корреспонденцию для зимнего волшебника. Письма отправляются прямо в Великий Устюг, где Дед Мороз их обязательно прочитает, а за дополнительную плату еще и ответит на них. В прошлом году по всей России такой корреспонденцией воспользовались 3 миллиона человек. А в нашей области письма написали 100 тысяч детей и, конечно, взрослых. Итоги почтового бума этого года подведут после праздников. Отправляют абсолютно все люди, кто хочет отправить. Наряду с этим в этом году мы провели большое количество мастер-классов в школах и в детских садах, учили детей, как правильно заполнять письмо, как, где писать индекс, что нужно обязательно обратный адрес написать. И все эти письма поступали в этот ящик.